больше не надо. А я говорю, что тролли существуют. Ну, конечно. И они величиной с гору. И злющие, просто ужас. Лисичка, а чего ты вишню не ешь? Не любишь? Люблю, а достать не могу. Понятно. А вот троллю это дерево вообще по колено. Вот вы всегда так. Какие-то там тролли важнее, чем я. Ну, лисичка, ну, конечно, ты важнее. Ведь троллей-то не существует, а ты существуешь. О, лисичка, а я знаю, как тебе помочь. Мы с тобой в моей лаборатории сейчас для лисички сделаем суперлестницу. Здорово, бежим! Вход в мою мастерскую запрещен. Вон, на качелях пока покачайся. Мы быстро. Всегда так. Ты маленькая. Не хочу быть маленькой. Ну все, увеличитель готов. Лисичка, ты где? Тролли съели. Да наверняка где-то по лесу гуляет. Ох уж эти девчонки, пошли искать. Увеличитель? Интересно, а вдруг я стану большой? Ой, что со мной? Вот куда она могла подеваться? Всегда с этими девчонками так. Это тролль! Я не тролль, я лисичка. Наш увеличитель. Я хотела стать большой, чтобы вы меня заметили. Да, теперь тебя трудно не заметить. Лисичка, ну не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Ну все, перестань. Ну что ты как маленькая. Хочу быть маленькой. Хочу быть как раньше. Не хочу быть большой. Не хочу быть большой. Лисичка. Лисичка, теперь ты больше не будешь маленькой. Давай, Кеша, показывай наш сюрприз. Ой, я не хочу увеличитель. Какой еще увеличитель? Вот, теперь у тебя есть супер-лестница. Вы сделали для меня лестницу? Лестница? Это не просто лестница, это супер-лестница. Тут знаешь, какие супер-доски. И гвозди тоже супер. И, ну да, теперь ты тоже можешь собирать вишню. Ну что, идем? Что тролли существуют. Ага, ты еще скажи, что твой тролль может дерево из земли выдернуть. Конечно, может. Мальчики, я